Дамы, господа, добро пожаловать в игру Space Run. Звучит мистическая музыка, надпись Fast and Safe Delivery, что переводится как быстрая и безопасная доставка. Но на самом деле это ничего не имеет к этой игре, никакого отношения. Игра это экшен реальный, при этом еще с Tower Defense составляющим, точнее я бы сказал, это Tower Defense составляющим экшена. И красочно, со взрывами, и все классно, никакого здесь страха нету. Как я вас, да? Здесь какие-то вот звездочки есть, по нулям у меня очков, потому что я только запускаю первый раз игру. Я посмотрел один раз ролик, 4-минутный, что вообще игра из себя представляет. Вроде бы впитал в себя информацию, сейчас попробую до вас донести. Сделаю из 4 минут, как говорится, 30, если получится. Ну, поехали. Ролик. Год 25-25. Космос больше не рубеж, а не последний. В общем, люди уже достигли там границ галактики. Очень много опасностей, астероиды. Аномалии, различные пираты. Я капитан Бакмен. Я самый классный пилот галактики. Вожу всякий шлак, контрабанду, вещества, которые нельзя называть. А это мой корабль, говорит. Thing is, past accomplishments don't pay today's bills. In order to make some quick cash, I've adapted to the times by becoming a space runner. These days, I deliver packages to the far corners of space. My motto: when you need it there yesterday. В общем, он задолжал много бабла и поддался в Space Runners, в общем, скоростных доставщиков. В ТНТ он поддался, ребят, или в DHL, я не знаю. Все, отлично. Итак, BC, Tranquil Pass 2. Два контейнера нам нужно сделать. Это, видать, какие-то миссии, без понятия пока что, здесь настройки, вопросик. Старт деливери, конечно же. Итак, вот наш корабль. Да, смысл в быстрой и безопасной доставке. Итак, можно посмотреть параметры груза. Это что? Это у нас космический движок наш. Сразу его поставим, конечно же. Ну и груз в любом случае нам надо поставить. Вы же понимаете, мы если поедем без груза, то будет как-то не доставка, а фигня какая-то. Площадки, скорее всего, тут я под оружие буду использовать. Здесь, скорее всего, еще два движка поставлю. Здесь лазер, что самое интересное, можно будет развернуть даже назад, насколько я понимаю. Ну давайте посмотрим, что из этого получится. Погнали. Итак, начинается сама игра. Нас запускают со станции, мы загружены контейнерами. Их тоже надо сохранить, как вы понимаете. И вот так это происходит. Captain Box, sir, threat detection radar has been activated. With my luck, I'm sure something will happen. Все, радар включен, погнали. Итак, да, и нам показывают астероид. Sometimes I hate being right. Ну, конечно, конечно. Здесь, кстати, вот есть такие показатели, видите, это как я лечу, а вот тут еще два показателя. Они обозначают дополнительные бонусы, то есть Express Delivery, видите, и Light Speed Delivery, за каждую из них дают какой-то бонус дополнительный. Вот, например, стандарт Delivery, да, я сейчас ее опережаю, видите, у меня опережение идет стандартом Delivery. Я чуть-чуть отстаю от Express Delivery. И Light Speed Delivery у меня, ну, я думаю, будет недосягаем. Разбираем пока астероиды. Блин, почему-то я не могу повернуть пушку. Придется построить вот сюда. Должна быть возможность еще, скорее всего, в будущем появится, повернуть пушку. То есть вот она стоит на этом месте, да, и я смогу ее повернуть просто тупо
своим так желанием. Силой воли, скажем так. Так, обстреливают нас корабли. Но мы их тоже размочили. Я думаю, сейчас мы даже построим движок, чтобы к экспресс-доставке приравняться. Также нужно не забывать чиниться. Так, ага, а груз это я не могу чинить. Все, летим дальше. Ой-ой-ой-ой. Мама-мама-мама, сколько астероидов. Успею, не успею всех собрать. Надо было намного раньше построить эту пушку. Еще один движок, ускоряемся. Так, здесь нам нужно репейр. Ну все, собственно. Больше я ничего со своим кораблем сделать не могу. А вы смотрите, я Clyde Speed Delivery, ты еще успеваю даже. Неужели? Лазер, лазер, давай, мочи врагов. Так, 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 надо пробить себе дорогу. Еще и деньги заработаем. Эх! Попал, видели? Бомбанул мою пушку. Все, долетели. Вот такой вот смысл игры. Ну, это, конечно же, очень легкий уровень. На изи мы его прошли, он на 5 звездочек, даже Lightspeed Delivery сделали, получаем огромное количество денег. Два контейнера доставили, там еще нам целую кучу бабла отвалили, вот у нас даже показатели какие-то меняются. Well done, sir. Продолжаем. You will be happy to know. Big Cargo has paid you for the delivery. Did Susanna tip? Let's not push it, Captain Bach. Так, хорош болтать. В общем, ты молодец, ты сделал доставку. На самом деле, вот эти диалоги, они все чисто для проформы. И вот самое интересное дальше начинается. Все системы корабля различные. Можно покупать новые и апгрейдить старые, ребята. Вот, кстати, реориент. Я все думал, где же можно переориентацию заложить. Позволяет переключать ориентацию модуля. Ну, ориентацию в смысле слева направо, не то чтобы подумали. Вот, различные вещи. Force Field, генератор щита, Space Thrusters. Тактическая пауза. Немного не понимаю. Выключает движок. Так, так, так. Но зарабатывается 50 денег. За какое-то время действует 15 секунд. То есть что? Я выключаю движок на 15 секунд, и за это мне 50 денег дают, а потом он опять включается. Кто же его знает? Может быть. Генератор мощности какой-то. Power генератор. Контейнер. Не знаю, что это значит. Маленький пиратский дрон. Маленький астероид. Что это значит? А, ну это то те враги, которых я нашел. Ну что, я думаю, надо купить себе ап на пушку. Мы теперь сможем ее переориентировать в разные стороны. Вот. Ну и, видимо... Я не думаю, что нам нужен генератор щита, потому что у нас корабль маленький, места нет. Давайте улучшим движки. Я не знаю, что это дает. Сейчас вместе с вами изучим. Может быть, что-то интересное. Итак, доставка. Что нам предлагают доставить? Stellar Road называется миссия. Погнали. Так, смотрите, площадь корабля увеличилась. Это хорошо. Так, двигатель.
Может быть, здесь пушки придется ставить, я даже не знаю. Раз, два, три двигателя, а здесь две пушки. Посмотрим. Скорее всего, двигатель так, контейнеры я поставлю вот так вот, хитро. Здесь можно будет облепиться пушками по полной программе. Три движка, интересно, достаточно для того, чтобы совершить очень быструю доставку? Погнали! Так, я опять забыл саб-офф сделать, да? Летим! Летим! Вылетаем. Итак, и сразу сверху враги на нас идут. Сразу туда ставим пушеньку. Хотя, может быть, нам надо было движок поставить. Успел ли я накопить на пушку? Успел бы. Скорее всего, нет. 75. 76. Нет, не успел бы. Они пролетели бы раньше, чем я успел. Да, вот они уже залетают. Мне 15 денег не хватило. 10. Да. И все, и меня тут разбомбили. Все очень хитро. Так, а вот сейчас мне на движок хватит, я уверен. Сейчас пока этих разбомбим. Так, ребятки, осторожно. Ух, там астероидов сколько. Так, перенаправляем вперед эту пушку. Видите, выучили перенаправление, и теперь у нас двойная мощь, ударная на передок. Мы теперь сильны на передок стали. Давайте добавим еще одну пушку, я чувствую, здесь нам понадобится она. Да, мочи. Ну, давай, есть. Вот эту пушку я не могу направить в такое место. Так, какой-то транспорт. Что мне с ним надо сделать? Он зеленый, он за нас, видимо. Так, война. Давайте немного починим. Так, откуда-то они с задницы залетают? Ну, парни-то, а? Мы теперь должны еще его защитить или как? Огромное количество кораблей здесь залетает к нам. Но мы их очень быстро выносим. Еще что ли движков добавить? Хотя мы Lightspeed Delivery даже уже опережаем. Ну давайте ускоримся снова. А, это вражеские корабли. Кто же знал, что это вражеские корабли? Мочить их надо. О, большой кусок бабла. Ого-го-го-го! Обложили. Ну, сейчас будет движуха.
сейчас будет движуха. Я жив. Все, я долетел. Ну... О, говорит, большой кусок бабла. 5 на 5 звездочек мы проехали. Ну, мы профессионалы просто. Так, какой-то дядька в костюме предлагает нам работу. Очень много текста. Давайте посмотрим. Базуку мы можем себе открыть. Так, ионная пушка. Извиняюсь. Я думал, надо брать базуку. Wide Angle. Можно увеличить радиус поражения. Конечно, берем. Увеличенный радиус поражения. Это наверняка круто. Так, какой-то буст можно давать. Так, генератор щитов. А нет, это генератор энергии. А вот генератор щитов. Не могу я его взять. Ну давайте, наверное, попробуем третью миссию пройти. Ну, какой здоровый корабль нам дают. Так, а вот тут надо подумать, как расположиться-то лучше. Раз, два, три, четыре движка вот так поставить, может быть. Здесь какое-то вооружение натыкать. Здесь вот так, движок вот так. Играем в Space Run. Мы занимаемся доставкой грузов. Интересно, как этот корабль вот так как-нибудь не закрутило по спирали и куда-нибудь не завело? Прям даже надо сразу движок ставить. Я прям как знал. Видите, сзади на меня тут уже наезжают. Так, сзади метеорит. Три больших метеорита каких-то. А, не, небольших, обычные метеориты, три штуки. Летим. Видите, Lightspeed Delivery от нас уходит. Соответственно, мы не успеваем. Интересно, а можно в игре паузу ставить как-нибудь? Видимо, нет, иначе смысл вот этого экшена потеряется. Надо было базуку ставить. Ну, может быть, может быть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там действительно три больших астероида. Угу. Так, понял. Надо было базуку ставить. Спасибо, что подсказал. Ну так-то все просто оказывается в этой игре, а? Не зря мне дают такое количество бабла на старте. А, вот в чем прикол, смотрите, базуку я могу поставить на любую клетку. И она будет все равно стрелять в ту сторону. Ну тогда и самое место вот здесь. Вот, видите, какое преимущество у ракетницы? Ее можно еще поворачивать в какую хочешь сторону, получается, значит.
Wide Angle 25 стоит. Но движок все равно нам нужен. Давай. Мочи. Right away. Ну, давайте, астероиды. О, нифига себе там дамаги. В самый раз против больших астероидов, согласен. Так, это малое количество здоровья. Здесь обычные пушки справятся. А, вот, ее нельзя поворачивать, ракетница. Вот в чем прикол-то, точно. Ну да, ну да. Так. Музыка-то какая, как в ужастике в каком-то. А, это я повернуть не могу. Облом. Так, продолжается движуха. Что-нибудь починить надо? Так, ну с базукой там все понятно. О, стоп, там целый корабль большой какой-то идет. Так, на зенитку мне не хватает. Смаглер. Какой-то корабль военный, типа моего. Так, продолжаем движение. И заходит он на нас. Что это у него, ракеты? Так, лазерная пушка у него есть. Неужели он мне собьет лазерную пушку мою? Нет, не сбил. Ну, мочи его, давай, давай, мочи, быстрее. Так, астероидов мы разберем. Так, реориентировать, по-моему, не нужно сейчас, нет смысла. 9 маленьких пиратов должны справиться. Так, нормально. Все, долетели, что ли? Нет, по-моему, не долетели. По-моему, пора ставить большие пушки. Тут два корабля хороших летят. В самый раз им сейчас дать просраться. Ну, давайте. Подходите, девочки. О, мы даже Lightspeed Delivery уже обогнали. Все, 4 движка в самый раз. Как я и думал. Ух, хорошо пошла. Блин, нифига долбит. Главное, ракетницу пытается снять, а, гад. Раздолбил я его полностью. Отлично. Ну,
Ну-ка посмотрим. А, вот такой вот. Туда. Что-то я провафлил вот этот момент. Снесли мне пушку. Все, кажется, я прилетел. Ну что, напряжно так, напряжно получилось. Но все равно мы получаем 5 звездочек, потому что доставка была сверхскоростная. Сто процентов груза доставлено. Ставь щиты, кричат. Ставь щиты. Погодите. Я еще даже не разобрал. Ух ты! Новые какие-то вооружения появляются. Твин Бластер. Смотрите, он требует энергию. Видите? Значок энергии один в правом верхнем углу менюшки. Смотрите, какая у него. Вот это да. Он насколько мощнее, вы посмотрите, он 70 дамаги в секунду делает. Мой лазер 15, ракетница 25 в секунду делает. Ну и перезарядка длинная. Но его долго строить, стоит сотенку. И вот что еще пишут. Видите, занимает 3 пустых места вне корабля. То есть он вот так вот ощетинивается во все стороны, что ли, я не пойму. При этом угол у него 60 градусов. Можно его перенаправлять. Очень интересный лазер. Конфигурацию какую-то можно менять. Лазерный луч. Так, в щитах. Ничего нового в движках. Тоже ничего нового. Все. Юнит Пауэр Генератор. Пассивка на 50% увеличивает мощность. Так, ну давайте возьмем себе форсфилд. И нам нужен генератор, пишут. Буст можно выдавать. Я так понимаю, генератор, вот этот вот power генератор, он только дает энергию только тем модулям, которые рядом с ним стоят, я так понимаю. Очень интересно. Это все требует энергию. Есть ускорение. Вот это, наверное, хорошая штука. Возьмем. Не знаю, что взял. Ну, типа, пулемет совсем становится. Посмотрим еще вот эту миссию. Какой корабль у нас интересный с вами. Скорее всего, движок-то здесь будет в любом случае. Я думаю, второй и третий где-нибудь здесь, скорее всего, станут. Факт. Ну ладно. Движок он и в Африке движок. Теперь давайте думать, как нам расположить то, что мы везем. Это у нас контейнер Special Abilic.
Не понял. Ха. Во время своего движения я могу на пустой клетке построить еще один контейнер. Типа ради бонуса, да? Как же это так понимать? Ну давайте его сюда воткнем, будем строить здесь тогда контейнеры. Что за жесть? Здесь тогда движки поставим, здесь две пушки, здесь пять пушек. Хватит ли мне столько? В принципе, если лазерные пушки ставить вот здесь, то их можно будет поворачивать назад. На 100 градусов, ну, на все, на 180 градусов. В принципе, наверное, так сделаем. Вылетаем в открытое пространство, и что мы видим здесь? Какие-то огромные метеориты на нас летят. Походу, дело надо ставить вот такую штуку. Где ее ставить? Your wish is my command. Ready for launch. Прям мне кажется, что и вот эту надо ставить. О чем я и говорил, строй вспомогательные какие-то, вспомогательные строй. А зачем? Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас нам будут устраивать бам-бам. Я ракеты промазал, отлично. А-а-а! Мимо прошел. Слава. It's my pleasure to serve. This baby has teeth. Так. Опять с той стороны на нас идут. Так, нам нужны движки. Да. Я так понимаю, вот эти вот метеориты у нас созданы для того, чтобы собирать с них бабло. Возможно, я ошибся в начале. Нужно было, скорее всего, две зенитки в ту сторону направленные поставить. Скорее всего, это помогло бы. Your wish is my command. Ready for launch. Блин, как опасно-то все. Нужен еще один движок. Your wish is my command. Thruster ready to go. Блин, как долго White Angel делается, а? Ну такой уровень, знаете, пока не напряжный. Совершенно. Что-то взрываем, что-то бомбим. Ну, вот каждый неубитый астероид. Такое, это упущенная прибыль, скажем честно. По-хорошему, их все надо мочить было.
Все, оно только на время действует. Вашу Машу. Ну, конечно же. Так, успею я туда еще долететь? Это, кстати, серьезно сейчас. Жесть. Жесть. Просто жесть. Что надо было делать? Может быть, надо было щиты хреначить? Детка. Походу дело тут нам сейчас бам-бам устроит. Да, долетался парень. Так, ну, в принципе, понятно, надо намного больше зениток изначально ставить. Может, метеоритов много именно сверху летит. Нужно делать рестарт и располагать все это дело вот так. Все контейнеры я ставлю низом. Здесь у меня будет платформа с зенитками, наверх будут стрелять. Даже вот тут вот три, наверное, поставлю. Вот так зенитки все вверх направленные. Сюда тоже нужно будет пару зениток, три лазера. Ну, в общем, понятно. Я же сказал, говорит, бубу. Нет, ну пока, видите, уровень не увидишь, как-то логически не подумаешь, что тебе здесь больше всего понадобится. It's my pleasure to serve. Ready for launch. Витя говорит, прощайся с жизнью. Неужели так все сложно? Можно тактикал брейк, наверное, сделать сейчас. Consider it done. Ну, прикольно. Ready for launch. Такая халява. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, на нас нападают. На нас нападают. Вашу Машу больно. Уже больно бьются. Так, что еще нам пригодится тут? Еще зенитки. Только надо направить их вперед, мне кажется. Так, ну и плюс нам нужны не зенитки еще, а движки. It's my pleasure to serve. Мочи. This baby has teeth.
Давайте, пушки. Ну, работайте. Собирай жатву. Так, что у нас с движками? Надо же ускоряться. Ну, давай. Зенитки пошли. Собираем, собираем с них все, что есть. Так, нам нужны еще движки, иначе мы не успеем. Вот сейчас будет самое важное сражение. Так, этому надо White Angel прописать сейчас будет, чтобы он тоже стрелял по кораблю. Все, загасили. Отлично. Ух, знатно вообще дают. Что, добивать не надо, что ли? Давай, гаси, гаси, гаси его. Выжил все-таки, гад. Блин, что-то я прозевал. Нет, убивают пушку. А куда ты? Ну же. Блин, как много астероидов. Есть, сбили последний прямо перед носом корабля. Че, успею? Нет, не успеваю. Эх. Не успел лайтинг деливери сделать. Нет, ну в принципе, если б я... Можно, можно легко было сделать супер доставку. Экспресс деливери у нас всё лишь получился. Вполне можно было там успеть. Да, вполне можно было успеть. Чуть-чуть мне не хватило, время видели там миллиметр какой-то. Чуть раньше поставил бы два движка, у меня было много денег. Поставил бы чуть раньше два движка, да, долетел бы быстрее. Ну, конечно, три зенитки, которые обпуливают там эти астероиды, это круто. Это было круто.
Ну давайте посмотрим, что еще нового нам дали. Опять много текста. И инжиниринг. Оу-оу-оу. Ракетная батарея, ребят, появляется у нас в инвентаре. 200 денег стоит, чтобы ее произвести. Довольно-таки часто стреляет. Это, смотрите, одну ракету в 4 секунды запускает, а это в 3 раза чаще стреляет. Вот так вот. А, но эта батарея не может нацеливаться на маленьких врагов. Угу. Кинетический выстрел, атака по зоне. Хейст. Надо же, еще энергии все это требует. Так, защитные всякие генераторы, онная фигня. High Drive Boost. Бустер. А, что это такое? В 2 раза сильнее, чем предыдущий движок. Но смотрите, он жрет 2 клетки. 2 клетки еще сзади, то есть он в 2 раза длиннее предыдущего движка. Но в 2 раза мощнее. Но при этом стоит всего лишь в 1,5 раза дороже. Но требует одну энергию. Тут, в общем, много плюсов и минусов каких-то. Я думаю, в какие-то варианты полезно такие движки ставить, в какие-то такие. Но я думаю, пока на этом можно прерваться. Понятие вы получили, что это за игра. Я уверен, что здесь типа вооружений будет еще как минимум штук 5, если не больше. И... Ну, кстати, лазеру можно увеличить повреждение на 50%. Просто так. А, ну и энергия нужна. Блин, только если подключена к энергии. Вот, понимаете же его, а как? Ну что, я думаю, пока прервемся на этом. Это была игра Space Run Fast and Safe Delivery Tower Defense с таким аркадным намеком, но все-таки это больше Tower Defense. Спасибо за то, что пришли посмотреть. Не забывайте подписываться, ставить лайки, говорить друзьям кнопочкой поделиться. Там тоже под видео она есть. Говорит друзьям, что вот такие вот игры существуют на этом свете. Всем пока.